Аллеи трудовой славы, площадь Кирова, Комсомольская и Крымская площади, а также парки и набережная. Субботники прошли в Самаре на всех общественных пространствах. Убирать город вышли муниципальные служащие, сотрудники промышленных предприятий и неравнодушные самарцы. Всего более 23 тысяч человек. На уборке города также трудилось 134 единицы техники, помимо 180 единиц, которые обслуживают дороги города и тротуары. На Крымской площади работали сотрудники администрации города. Им помогал и 4-летний фокстерьер Беня. Там, где снег растаял не до конца, занимались его ворошением, а также собирали мусор, сгребали прошлогоднюю листву. Да, еще достаточно сырые газоны, да, еще где-то лежит снег. Но тем не менее, чем мы сегодня занимаемся, это подбор вытовшего мусора, где можно сгребаем с газоном, где необходимо ворошим снег, чтобы, возможно, короткие сроки привести город в порядок. Действительно, уже хочется чистой весны и красоты. Конечно, по погодным условиям основное сейчас это ворошение снега. Земля достаточно мокрая. К сожалению, немножко нас подводит погода. Дождь очень так прошел полосой по всему городу, но однако же люди вышли на субботник. За день в Самаре было собрано 1800 кубометров мусора. Такие акции в городе будут проходить до конца месячника регулярно, по средам и субботам. Принять участие в наведении порядка приглашают всех желающих. Сотрудники МП благоустройства и горзеленхоза, а также управляющих компаний, готовы обеспечить желающих шансовым инструментом, мешками для мусора и перчатками. Виктория Шара и Константин Головин. События.